Там невозможно дышать. Там летают ракеты. Там есть звезды, планеты. Синее небо с космосом связывается, потому что там еще много звезд есть. Звезды, планеты. Планеты, корабли, звезды. Космос — это когда ты летаешь. Телескоп, там оттуда можно далеко смотреть на звезды, на планеты. Телескоп, в него вообще все, что хочешь, увидишь. Только и звезды, и даже большую медведицу с медвежонком. Большая труба, в которую можно смотреть на звезды. Это оно стоит на ножках, чтобы смотреть на звезды и на планеты. Телескоп – это ты, когда смотришь на звезды. Комета – это такая штука, которая будет летать в космосе. Комета – там, где живут инопланетяне. Это кусочек от метеорита. Комета – это метеорит. Комета может кондиционер. Планеты изучить, звезды изучить. То посмотреть ближе на звездопад или посмотреть на звезды просто, как они там висят в воздухе. Чтоб исследовать его. Чтоб рассматривать планеты. Потому что они хотят полететь в космос и, по-моему, подружиться там с кем-то. Гравитация круглая. Ну, что-то живое, но притворяется неживым. Это то, что ты летаешь в космосе? Это такая штука, на которой летают космонавты. Она поднимает воздух. Гравитация – это означает какое-то путешествие, наверное. Спутники, чтобы телефоны могли звонить, чтобы все то, что электрическое, работало. Чтобы передавать из космоса сигнал. Чтобы была на планете связь. Чтобы летать и на них приземляться на планеты. Спутники? Может, это такие люди? Потому что Луна поднимается. Их просто вешают где-то на ниточке, и все. Если наступают, то они появляются. Два камня сталкиваются друг с другом, и появляется звезда. Они соединяются, наверное, с камушками. Звезды появляются для красоты. Галактика – это такая штука, которая только в космосе. Ее только можно увидеть через микроскоп. Ну, галактика – такой маленький кружочек, похожий на мячик. Там Земля большая. Это круг, в котором летают планеты. Это черная дыра. Галактика? Может, это такие фонарики, которые умеют светиться?